Всем привет, дорогие мои! За кадром Кононова Аня, в кадре дочка моя Екатерина Шишкина. И сейчас мы с вами быстренько посмотрим то, что оставила Катя себе из коллекции «Расширяй горизонты». У нас сегодня у обеих очень усталый вид, не обращайте внимания, мы только после самолета. Ну, действительно, нам было непросто, прям ночью. Мы приехали в 8 вечера и уже сразу начали снимать обзор. Итак, на Катюшке сейчас футболка женская, цвет синий. Это синий? Синий разве? Да, это темно-синий. О, это не черный. Угу. Вот. Я думала, тебе в свете должно было быть видно. Нет, я даже не обратила внимания, но он такой. Если чуть поближе подойду, ты увидишь, что это синий. Да, это глубокий синий. Это темный синий. Да, глубокий синий. Артикул 850-396, размер XL, состав 92 хлопок, 8% эластан. Ну что, Катя, скажешь? Размер XL, в принципе, это был мой размер, но Катюшка говорит, а что, говорит, хорошая футболка. Что там написано? Я не успела еще ничего прочитать. Понятно. И отсюда я не вижу. Поэтому подсказать не могу. Там сверху вот это вот, Катюшина, опыление радуга. Это сверху покрытая краска. Да, это сверху нанесено. Да. Это приклеено, я бы сказала. Угу. Ну что ж, хорошо. Далее на Катюшке брюки. Они ей, конечно же, длинноваты, их нужно укорачивать. Катюша, твой рост 160 сантиметров. Да, 160 сантиметров. Угу. Все верно. Артикул 850-366. Они Катерине слегка великоваты, но Катя любит вот такой вот оверсайз, и поэтому она забрала мой 52 размер. Ну, что могу сказать, у них толстая резиночка. Они очень такие хлопковые, очень приятные, клевые, мягкие, но на Катюшку длинноваты. Значит, 88 хлопок, 12 полиэстер, артикул 850-366, цвет просто вот бордовый. Катя его назвала винным. Вот, ну, я назвала другую штуку винтой, которая из, да, этой коллекции. Угу. Ну, тут такие вот брюки-стрелочки по всему периметру, по всей длине брюки-стрелочки. Очень даже такие хорошенькие, и смотрятся они хорошо. И внутри еще есть такой, знаете, небольшой такой легкий, мягкий, тепленький начесик. Ну, они подойдут вот сейчас, на данный момент носить, в такую вот погоду будут смотреться великолепно. Но, конечно, мы их подогнем. Низ изделия тут идет ровный. И они, ну, реально комфортные, прям реально комфортные, мягкие, клевые, классные. Я их уже тоже попримеряла немножко. Ну, не этот цвет, другие. Мне очень понравилось. Далее у нас с вами пошел свитшот из футера. Артикул 850-336. Цвет бордовый, размер XL, состав 88 хлопок, 12 полиэстер. Классный. Катюш, как в переводе сочетала? Что-то про мир там? Да, я прочитала, здесь написано «Never stop exploring Siberia, the world is yours», что в целом можно перевести как «Никогда не останавливаемся исследовать Сибирь, мир твой», либо «Никогда не останавливайся», то есть так как здесь нет указания, то можно воспринимать и так, ну, как я думаю. Угу. Ну, ты крутая, конечно. Такой же ворсик. Все аккуратненько, все швы замечательные. Катюш, ближе не видно. Давай вот сюда. Да. Такой же вот ворсик, как во штанах. Мягкая, да, кофточка изнутри? Катюш? Да, но очень приятная. Приятная, клевая. Ну, смотри, вот вовнутрь тут нет подкладки какой-то или чего-то другого. Она как обычная кофта. А сверху она покрыта этим. Ты говорила. Угу. Этим, это у нас футер. Да-да, из головы вылетело. Оно придает, знаете, ощущение такой мягкости, матовости, когда вот трогаешь саму кофту. Но внутри она как обычная, то есть ткань. Ворсик небольшой. Шов очень хороший, вы можете посмотреть. Да, шовчик, и все хорошо. Ну все, Катюш, оставляешь себе, да? Да, кофта мне очень нравится. Брюки будешь подшивать, да? И брюки, да, тоже можно оставить, только подшить немного. А тебя не смущают вот эти стрелки? Мне что-то стрелки смущают. Почему? Нет, прикольные. Да? В общем, ну молодежь такая. Так, далее на Катюшке футболка женская, цвет молочный, размер XL, состав 92 хлопок, 8% эластан.
Ну что, футболка как футболка, прикольная, длинная. Мне нравится, что она длинная, что попу вот закрывает. Вот на Катюшке. Рост 160 сантиметров. То еще хочется сказать, Катя узнала примерный перевод. Ну почему примерный? Я просто не очень хороша в чтении прописного английского, но я склоняюсь к тому, что здесь все-таки написано «Life is a journey», то есть «Жизнь – это путешествие». Ну вот, если мы ошибаемся, просим прощения. Ну, Кать, что с футболкой скажешь? Ну, футболка в целом обычная, повседневная, красивая, в меру стильная, то есть к этой коллекции очень хорошо подходит. Носить ее приятно, но в целом, понимаете, это все-таки обычная футболка, то есть вы можете ее носить там в учебное какое-то заведение, в магазины, на улицу. Даже если вот она износилась, дома можете в ней ходить, она красивая, приятная. Угу, угу. Ну, в принципе, как-то так. Так, дальше, значит, брюки-джоггеры вельветовые. Вельветовые брюки-джоггеры. Дай-ка я тебя увеличу, красотка моя. Вот такая вот у них ткань интересная. То есть чистый вельвет. Получается, Катюш, покрутись. У них уже есть карманы. Ой, кстати, хорошо попу не врезается. Покажи чуть-чуть пояс. Какой там пояс? А, пояс такой, да, резиночка? Да, вот большая резинка, угу, достаточно. Шикарно. И сейчас покажу твой низ. И вот по длине 160. Я не знаю, как они должны смотреться. Они, наверное, будут слегка коротковаты для длинноногих девушек, но они и должны быть коротковаты. А вот Катя, они полностью как раз из-за роста 160. Шаровары укороченные. Шаровары укороченные. Ну, знаете, такая вот структура, угу, когда, угу, штаны вот такие. И низ изделия тоже выполнен, получается, в форме резиночки. Говорила ли я артикул? Артикул 850-288, размер XL, 78 хлопок, 22 полиэстер. Вот такие вот брючки. Ну да, кстати, с футболкой очень-очень сочетается. Ботинки я не знаю, если они такие на сайте, но это ботинки Faberlic. Ботиночки Faberlic. По-моему, это Юдашки, насколько я помню. Я уже, Кать, не помню, а по-моему, это Бурматиков. Да, давай снимем. Так. Да, это Бурматиков, ты победила. В общем, я признаю свое поражение. Да, признаюсь вам, что Катюше джоггеры понравились больше, и она захотела оставить себе джоггеры, а те вот не захотела. Есть вещи, которые ей больше нравятся. Так, далее, значит, бомбер вельветовый, артикул 850-240, цвет бордовый, размер XL, состав 78 хлопок, 22 полиэстер. Ну что, Катюш, скажешь про бомбер? Так, давайте застегнем. Вот так он выглядит, когда застегнутый. Ну, он тебе слегка вот там карманы великоват. Очень маленькие. В них не положить телефон или что-то такое, потому что вот, во-первых, структура кармана, то есть она вот, он вот здесь находится. Я и... называю такие карманы карманами для рук. Вот, и вот всего лишь вот карман. Угу. То есть, ну, скорее, да, скорее для рук просто положить, а вот, я думаю, в штаны... Тут побольше карман, тут уже можно что-то похоронить, угу, все-таки. В целом, хороший костюм, цельный. Угу. Прикольно. Прикольная такая текстура. Ну, мне, в принципе, нравится, как он на тебе смотрится. И, кстати, очень тебе идет этот цвет. Бордовый. Да. Ну, не скажу прям, что 100% попадание, но неплохой цвет, классный. Так, Катя, да, сейчас на Катерине джемпер с горлом на молнии вельветовый, артикул 850-264, тоже цвет бордовый, точно-точно такая же ткань, такие же внутренности, только без карманов. Я правильно понимаю? Да. Карманов абсолютно нет. Расстегивается даже чуть ниже груди у Екатерины, но это рост 160. Вот девчонки повыше, конечно, наверное, можно будет и целиком расстегнуть. Получает. Ну, там у нее майка, поэтому ничего страшного. Да, у меня спортивный топик Faberlic черный. Катя очень любит топики. Ну, что могу сказать? Мне кажется, что это... Я туда-сюда дергаю, мне кажется. А, нет. Я думала, я уже сломала это. Мне кажется, что эта кофта на Кате смотрится даже лучше, чем та с замочком. То есть вот с замочком, который целиком расстегивается, застегивается, он, конечно, немножечко такой менее молодежный, а это более по моде. Мне кажется, что этот даже больше ей идет. Но вот я, конечно, против, когда на Катерине все так велико. Мне хочется все заказать на размер меньше. Но Катя меня не слушает. Да нет, в целом приятно. Угу. Бомбер, артикул 850-264, цвет бордовый, размер XL, состав 78 хлопок, 22% полиэстер.
Ну, прикольный бомбер, я бы сказала. Всем привет еще раз. А вот и я снимаю именно теперь на себе коллекцию. То, что забрала себе Катюшка, она уже забрала. Я досниму остальное. Ну, что могу сказать. Брюки джоггеры действительно на высоте. Мне очень понравились. Понравилась резиночка. И тут как бы понравилась очень резиночка. Все здорово и классно. Я прям в восторге. Я очень люблю такие кофты, которые идут на замочке. Жарко, холодно, особенно в поездках. Я могу застегнуться, расстегнуться, если мне жарко. В общем, я такие вот именно кофты очень-очень люблю. В горловине тут ничего лишнего нету. Обычная резиночка вставлена. Низ изделия точно такой же форме резиночки. Все великолепно. Вельветовое вроде бы не соберушка. Пока я не замечала, что оно соберушка. Но посмотрим, вроде бы нет. Обычно, если соберушка, то мы сразу это видим, потому что у нас белая кошка. Ну, белая с серым, но больше белого. Итак, у меня сейчас брюки-джоггеры, артикул 850-306, цвет кэмел. Цвет кэмел, размер XL, состав 78 хлопок, 22 полиэстер. И бомбер вельветовый, размер XL, состав 78 хлопок, 22 полиэстер, артикул 850-258. Так, сейчас на мне вот хотелось руку в карман сунуть. Карманов, в общем, нет, как в предыдущей кофточке. И эта кофточка идет сплошная, расстегивается только вот тут вот до груди. Вот такой вот у нее. Вот такой вот у нее получается. Воротник. Да. Да, вот такой воротник можно так носить, можно расстегнуть. В принципе, неплохо. Неплохой вариант, тоже здорово. Мне нравится, когда вот можно хоть что-то расстегнуть. Дальше артикул 850-282, цвет кэмел, размер XL, состав 78 хлопок, 22 полиэстер. Ну, могу сказать, что прикольная коллекция, мне нравится. И то, что вот брюки заужены на конце, мне, конечно, такие брюки нравятся намного больше, чем вот эти вот прямые со стрелками. И очень хорошо, что компания Faberlic сделала, что можно сочетать и брюки со стрелками с такими кофтами, и, допустим, кофта на замочке, брюки со стрелками, и таким образом, и эти брюки можно сочетать с другой кофтой. В общем, цвета совпадают идеально. Итак, далее. Сейчас на мне твидшот из футера, артикул 850-354, размер XL, 88 хлопок, 12 полиэстер. Честно скажу, понравилось, клево, классно, все великолепно. Она очень теплая. Я ее надела и сразу почувствовала, что мне жарко. Плотная, теплая такая, средняя, такая тяжеленькая немножко, но не сильно тяжелая. Кожа дышит, что очень хорошо. То, что тут очень большое содержание процентов хлопки, да, 88%. В принципе, все нормально, но она обычная. Вот эта краска, она сверху, то есть горячо там стирать нельзя и так далее. Но такие кофты их и без краски, вот сверху, без какого-либо рисунка тоже стирать нужно при холодных температурах. Далее брюки. Брюкам сразу скажу, нет, это не мое. Во-первых, рост 162 сантиметра, они мне очень сильно длинны, они очень теплые. И во-вторых, вот выделяют все недостатки, сразу видно живот. Оттопырятся карманы, наверное, врезаются в попу. Вот предыдущих такого не было, вот такого чудо-юдо. А тут прям все недостатки моего тела, все прям на лицо. Вверх хочется оставить, вниз хочется отправить на возврат. То есть это для девчонок, у кого ровная красивая фигурка. И, не знаю, может шортики надевать, потому что реально сильно впивается в попу. Артикул у брюк из футера 850-384 в размере XL, цвет тоже песочный. Сейчас на мне бомбер вельветовый с артикулом 850-252. Цвет платиново-зеленый. Мне он очень нравится, ребята, очень нравится. Размер XL, состав 78 хлопок, 22 полиэстер. Так, брюки, джоггеры вельветовые. Артикул 850-300. Цвет платиново-зеленый, размер XL, тоже шикарные, тоже как бы все прям великолепно. Хорошо, что модельки все одинаковые, состав 78 хлопок, 22 полиэстер. Джемпер с горлом на молнии, вельветовый, артикул 850-276, размер XL, состав 78 хлопок, 22 полиэстер. Ну, очень красивый цвет, согласитесь.
Вот, кстати, про брюки могу сказать вам, что мое мнение сложилось, что они маломерки. Не может быть один фасон как раз и все нормально, а второй фасон вот прям еле натягиваю, сильно все в обтяжку, карманы топырятся. Мне кажется, что это немножечко на пол размера маломерит. Мое личное мнение. Так, артикул 850-378, размер XL, состав 88 хлопок, 12 полиэстер. Они теплее, чем те. Да, то есть эти теплее, плотнее, чем вельветовые получается. Далее на мне свитшот из футера, цвет платиново-зеленый, размер XL, состав 88 хлопок, 12 полиэстер. Симпатично. Симпатично, но вот штаны как врезаются, я не могу даже. Не очень приятно такое на камеру показывать. Свитшот из футера с артикулом 850-342. Размер XL, цвет дымчато-голубой. Ну, слушайте, классно. 88 хлопок, 12 полиэстер. Мне прям нравится. Красивый. Симпатичный. Ну и брюки из футера. Размере XL, 88 хлопок, 12 полиэстер. Артикул 850-372. Итак, сейчас на мне бомбер вельветовый с артикулом 850-246. Размер XL, 78 хлопок, 22 полиэстер. Ну, мне кажется, что вот этот цвет мне больше всех идет. Пишите, какой идет мне цвет. Мне кажется, что вот этот прям больше всех. Или все-таки зеленый. Непонятно, непонятно. Так, и брюки-джоггеры. Размер XL, тоже 78 хлопок, 22 полиэстер. Артикул 850-294. Ну и вот в таком исполнении, как вам. Пишите вообще, какая на мне модель лучше смотрится, которая целиком с замочком или все-таки вот эта вот моделька. Пишите, кто что напишет, мне интересно прямо, потому что я как-то затрудняюсь, мне нравится и та, и другая, вот прям не знаю даже. Прям вот не знаю. А столько много мне не надо. Артикул 850-270. Джемпер с горлом на молнии вельветовый. Цвет дымчато-голубой. Размер XL. Состав 78 хлопок. Ребят, у меня сейчас еще брюки черные с артикулом 850-390. Цвет черный. Размер XL. 88 хлопок. 12 полиэстер. Они очень, кстати, приятные по ощущению, так как я их буду отправлять уже 100% на возврат, потому что к ним не пришло ничего. Во-первых, они пришли одни, без кофты, без всего. Ну и во-вторых, раз уж вот именно эти брюки для меня маломерки, то, конечно же, я считаю, что смысла нет их примерять. И вот так вот отправлю на возврат. Ну, ткань очень, конечно, мягкая, приятная, красивая. Прямо супер. Но она правда красивая такая, нежная, классная. И вот эти вот, мне кажется, вельветовые немножко из соберушки. В отличие от вельветовых, вот эти вот из микрофибры. А, из футера, мне кажется, они немножко будут в первое время соберушками. Но не сильными такими. На троечку собирать будут. Ну, что могу сказать. Все хорошо, все здорово. У всех вот этих брюк такой вот начес прикольный. Антон, видно, да? Да. Вот такой вот начесик. Ворсик, кто как любит называть. В каждом регионе, в каждой стране по-разному называют. Меня исправляют, поэтому кому как удобно называйте. Вот такая вот красота. Я, наверное, сейчас всех рассмешу. Но мне так хотелось все-таки заказать хотя бы одну из юбочек. Я заказала размер XS для Викуськи. Думала, она ей подойдет, потому что Викуська у нас папу. Папа у нас высоченный. Ноги у Викуськи уже длинные. Она высокая девочка стала. И я подумала, что все-таки было бы здорово, если бы мы эту юбку примерили на Вику. И, может быть, она бы ей подошла. Но ткань точь-точь такая же. Точь-точь такая же ткань, как и костюмы вельветовые, как вот на мне. Цвет точь-точь такой же, все классно, но Вика ее надела, и она с нее благополучно практически спала. Чуть-чуть немножко на бедрах держится, но при ходьбе она бы спала. Юбка, в принципе, супер, но, конечно же, для себя такую высоту я заказывать не смогу. Но насколько она будет длиннее, допустим, в размере XL? Ну, совсем. Мне в такой юбке не нагнуться, не развернуться, не присесть, то есть все будет видно. Ну, и на 52 размер такую юбку как-то не хочется надевать.
Может быть, она бы хорошо смотрелась с какими-нибудь плотными колготками, не знаю, может быть, можно было пофантазировать, но это реально не мое. Думала, Викуське подойдет. Итак, артикул 850-314 у размера XS. Состав 78 хлопок, 22 полиэстер, дымчато-голубой цвет, очень красивый. В общем, ну никак. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Клонова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео, в новых обзорах. Ставьте лайки и дайте мне, пожалуйста, совет. Все-таки, какая мне идет больше кофта? Вот так вот или все-таки вот до сюда, когда замочек с высоким воротником? Как вы думаете?